Но за то, что ты все-таки пришел. А весь остальной концерт не тебе. Вот. А стихотворение, значит, звучит так. В аду для перфекционистов ни сковородок, ни огня. Лишь вдоль, слегка несимметрично, стоят щербатые котлы. Вот. Это, значит, к вопросу о том, о перфекционизме твоем, да. Не отвлекусь ли я? Да. Я куплю билет и поеду в Питер. Я уже 5 лет как его не видел. В Петрограде я заведу девицу, стану выпивать и ругать столицу. Стану девку бить по щекам пузатым, стану водку пить и сопьюсь когда-то. Утону в Неве под крики чаек, но меня достанут и откачают. И начну я жизнь по второму кругу, разведусь с женой, заведу подругу. Стану водку пить и дубасить девку, а потом рвану в Петроград на Невку. Я и там себе заведу девицу, стану выпивать и ругать столицу. Стану девку пить по щекам пузатым, стану водку пить и сопьюсь когда-то. И как пьяный швед под лихую песню утону в Неве и опять воскресну. И на страшном прошлом я поставлю точку. Мне жена снесет и сынка, и дочку. Заведем собаку, а может кошку, будем хором петь под мою гармошку. А чтоб жизнь моя не казалась нищей, я займу 500 или даже 1000. И на радостях стану пить до рвоты, и засну богатым, а проснусь банкротом. Обанкротившись, жизнь начну по кругу, разведу с женой, заведу подругу. Стану водку пить и дубасить девку, а потом рвану в Петроград на Невку. Я и там себе заведу девицу, стану выпивать и ругать столицу. Стану девку бить по щекам пузатым, стану водку пить и запьюсь когда-то. И одной зимой утону в канале, моя жизнь иной может стать едва ли. Михаил Кочетков. «Петербургская мистерия» называлась песня. Ему цыганка нагадала, что он умрет, утонув в Петербурге. И он решил, не поеду в Питер, буду жить вечно. Вот. Вот такая легенда от автора. Следующая песенка. На стихи Ольги Нечаевой, Сергей Труханов. Так темно, и не добудешь огня, и на сердце тяжело, нелегко. Улетает жизнь моя от меня, улетает далеко, далеко. Улетает жизнь моя от меня, улетает далеко, далеко. Нет мне воздуха прощанье сказать, и нет мне времени рукою махнуть. Мне назначено остаться лежать, а хотелось бы отправиться в путь. Мне назначено остаться лежать, а хотелось бы отправиться в путь. И за жизнью я во след поспешу, темной тенью проползу по земле, в телефонных проводах прошуршу, да и сгину в наступающей мгле, в телефонных проводах прошуршу, да и сгину в наступающей мгле. Так темно, и не добудешь огня, и на сердце тяжело, нелегко. Улетает жизнь моя от меня, улетает далеко, далеко. Улетает жизнь моя от меня, улетает далеко, далеко. Такая
следующая песня из тогдашней жизни. Стихи Сергея Каплана, музыка Александра Сафронова. Называется «Курильская». Хочешь правду тебе, про любовь расскажу, а не хочешь, навру про вражду. Я все медленнее, все безотчетней кружу, все спокойнее печального жду. Но лишь только присвою иные права, я себе на войне наперу. Из тумана огнем заискрятся слова, кунашир, шекотан и туруп. Из тумана огнем заискрятся слова, кунашир, шекотан и туруп. Как приятно, что мне суждено угадать повороты победы, потери. Посмотри мне в глаза и скажи, ерунда не дослушай, а просто поверь. Но лишь только мне в душу прольется искус чьи-то судьбы бесправно вершить, я попробую снова три слова на вкус и туруп, шекотан, кунашир. Я попробую снова три слова на вкус и туруп, шекотан, кунашир. Вот такие больные приходят стихи, да ты поймешь ли меня, пассажир? Не заладилось нынче с ха-ха, да хи-хи будем петь и вином ворожить. Но лишь только мне душу пролезет обнять, вместо совести лишь пустота. Три дымящихся слова удушат меня, и туруп, кунашир, шекотан. Три дымящихся слова удушат меня, и туруп, кунашир, шекотан. Я на тебя отвлекаюсь постоянно. Я слушаю вообще кому. Ты сядь там, у тебя будет с двух сторон. Ну правда, я не посмотрю, ты сидишь. Ну блин, ну молодец. Ну сядь по центру куда-нибудь. Создай мне видимость наполненного зала. Наполни его собой. Вдруг еще кто-нибудь придет из старых друзей. О, сейчас будет новенькая песня Игоря Борисовича Белого. Вот, кстати, сегодня будет несколько песен, очень похожих на творчество Михаила нашего Щербакова. Тем не менее, песнями Михаила нашего Щербакова не являющиеся. Вот, и вот одна из них как раз Игоря Борисовича Белого, которая называется «Ностальгия». Опа. Да что ж такое-то? Потом нарежу штрем, да? Наверное. Нарежу, мать. Травы по пояс очерчены горизонтом. Час в электричке, автобус, потом пешком. Где-то в глубинах памяти выли придонном, зашевелился в воспоминании ком. Это рабочий поселок, ударная вахта, в прошлом его основал некий царь комсомол. Здесь я родился, отмечен был в книге актов, здесь беззаботное детство свое провел. Силясь припомнить строчки известной песни, камушком вызвал окружности по воде. Но не могу совершенно понять, хоть тресни. Где ностальгия, где ностальгия, где? Где ностальгия, где ностальгия, где? Здесь бы я вырос в рабочего человека,
от ПТУ прямиком до фабричных ворот. После бы, может, устроился в библиотеку, выгонят снова, вернулся бы на завод. Так до седин бы метался туда-обратно, книги, станки, формуляры, песок, цемент. Что-то здесь нужно почувствовать, вероятно, как говорится, этот неловкий момент. Ну а душа моя так и не знает сноса, есть чем заняться и в радости, и в беде. И для нее вообще не стоит вопроса, где ностальгия, где ностальгия, где? Где ностальгия, где ностальгия, где? Дальше гадать бессмысленно, я не гений. Что бы я в жизни постиг, а чего не смог? Сумма моих сослагательных наклонений только страдательный даст в итоге залог. Времени ждет расписание, есть на синке. Вот и автобус обратно билет пробит. Тает рабочий поселок в положенной дымке. Спит, зеленеет и нежно куда-то глядит. И до тех пор, пока гонит небесный ветер шар голубой по космической борозде, пусть не придется нигде мне искать на свете, где ностальгия, где ностальгия, где? Где ностальгия, где ностальгия, где? Почему-то я забыл вступление. Ну, не важно. Так. Ну, естественно, конечно же. Я в коем веке помню вас, как нынче барышни в саду. У вас был черный водолаз и был каурой в поводу. Я помню дамы на балу, как нынче бархат на талас, в который раз влюбленный у вас сорил цветами по полу. Парарам, парарам, парапарапапам. Цирк месье Марсо, у вас огромный алый бант, а я бродяга-музыкант, а вы крутили колесо. Я помню, как теперь смешно, пастушка вы, я свинопас, и пью лукавое вино из ваших смелых синих глаз. Парарам, парарам, парапарапапам. Поль рос, а у вас потемкинская кровь, нам оставалось про любовь, подушки мокрые от слез, мои видавшие шузы, под пылью тысяч городов хлебнули долюшки росы. Я вас нашел, не нужно слов, пора, пора, пора. Александр Литвинов. Кто не в курсе? Спускается? А? Спускается? Спускается. Нет, уже. Вот. Кстати, песен Игоря Борисовича Белого сегодня еще будет. И вот, кстати, опять. Точнее сделали. А? Тише и точнее. Вот. Но здесь будет сейчас...
отчетливее, отчетливее, чтобы была артикуляция. Да. А здесь будет совместное творчество Игоря Борисовича Белого с поэтом Вадимом Седовым. А вот. Песенка называется «Китай-город». Выходными с крыш текло, а на неделе снегопад. Так беги, 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 поднявши ворот. Сверху снег летит и снизу, из-под дворничьих лопат. Чалый-табор, Чайна-таун, Китай-город. Сверху снег летит и снизу, из-под дворничьих лопат. Чалый-табор, Чайна-таун, Китай-город. Белизна исподней извести тебя не извести, стиснув свистнуть в тесноту за Москворечье, уклоняясь от повинности на минусе мести, разбавляя воздух варварской речью. Станет жарко горожанкам на обшарпанных скамьях, в настроении каком-то чемоданном. И по пластиковым стопочкам пойдет гулять коньяк. На здоровье, Китай-город, Чайна-таун. И по пластиковым стопочкам пойдет гулять коньяк. На здоровье, Китай-город, Чайна-таун. Хитрованская, хитровская, лихая нищета, не считая неверных знаков в тусклых блестках, на себя берет штурвал китайский летчик Джауда в Поднебесье, где 5 звездочек кремлевских. Ледяная королева заметает помелом след плетущийся с пригорка на пригорок. В город-призрак, город-призрак, Трою Китиш, Вавилон, в город-тайну, Чайна-таун, Китай-город. Город-призрак, город-призрак, Трою Китиш, Вавилон, в город-тайну, Чайна-таун, Китай-город. О, будет сейчас перебивочка из старой песни. Будет единственная песня Щербакова, которая песней Щербакова является. Ну, запланированном, по крайней мере, сейчас. Это опять же еще из тогдашней жизни, да, из конкурсных похождений еще. Ре минор, вернись, я все прощу. Эпиграф из книги «Вопросов и ответов» Павла Неруда. На каком языке дождит над безмолвными городами любовь разлюбивших людей, где без них обитает? Издалека вернувшись туда, где не был долго, взамен жилья и счастья найду пустые стены, а в цветнике у дома, за чугуном ажурным, увижу плоский камень, прочту на камне имя и, прислоняясь к решетке, произнесу в смятении: «Но как же так, Мария? Я ожидал иного. Я думал, ты еще раз спасешь меня, как прежде. Я был в тебе уверен. Шевельнется камень, и пошатнутся стебли, и я услышу голос, который внятно молвит: «Меняй дорогу, путник, ты был неправ, как видишь. Я не богиня, не колдунья, богиня вовсе, и не колдунья даже, хоть и могу такое, чего никто не может, могу не знать отрады,
могу не быть любимой, могу не ждать, не помнить, могу не петь, не плакать, могу не жить на свете, но не могу не умирать. И снова все умолкнет, и вскоре тихим шагом из дома выйдет некто, должно быть местный сторож, и спросит, чем обязан. Я солгу поспешно, что перепутал адрес, и повернусь к воротам, и засмеется камень, и отшатнутся стебли, и тихим шагом сторож пойдет обратно к дому, чтобы начертать отметку в своей учетной книге, так превратиться в прочерк все, что когда-то было мной. Перестановку во всем этом деле. Песня Татьяны Шехман называется «Паллиативная колыбельная». Моя малая родина неизлечимо больна. Потускнели солнце, ослепли пыльные стекла. Во дворах разминаются красненьким с бодуна, и закат стекает по стенам вареные свеклы. Моя малая родина грустно лежит в пыли, навсегда отравлена дымом и алкоголем. В желтом смоге грустно ржавеют дома, корабли, и сутулятся крыши от невыносимой боли. У моей малой родины денег нет на врача, кто поможет ей, обескровленной полукровке? Задыхается сердце, уставшее наскочать от стеноза до полной автобусной остановки. Я не знаю, как называется эта хворь, затяжной цирроз или рак, да уже и не важно. Но горит в лихорадке под 40 заплеванный двор, и вспухают прыщи чудовищ многоэтажных. Моя малая родина плачет уже без слез, тяжко дышит беззубыми ртами открытых люков, задыхается в рваном ритме зубчатых колес, к небесам воздев арматуры костлявые руки. Моя малая родина в жарком своем бреду, ты зовешь меня, отзываясь болью в затылке. Только я не смогу отвести от тебя беду, и вернуться уже не смогу из бессрочной ссылки. Ты пойми, я давно прирастаю к другой земле. Я вернусь к тебе только в самый последний вечер.
поплачем над списком погибших домов кораблей, посмеемся над смертью и над судьбой человечьей. Ты уснешь у меня на плече, не подняв лица. Я закрою окно, как глаза закрывают людям. Я люблю тебя, слышишь? Я буду с тобой до конца. Моя малая родина, спи. Воскресенье не будет. Посвящение Саратову, чтобы не подумали. Таня оттуда родом. Так. А теперь пропущенная песенка. Опять же Игорь Борисович Белый. Называется «Не бойся». На горе Синае, как все было, знаю, Моисей разбил скрижали и, видимо, со зла нес обратно снова, не хватало слова, заповедь «Не бойся» раньше там была. Что не дом, то вечер, вечен, что не путь, то млечен, что-нибудь из Джо Дассена в голове. Не считать излишне, жизнь на вкус, как вишня, у меня еще в запасе две. Мир наш, где мы гости, очень узкий мостик, как же нам оттуда перебраться туда? Никуда не деться, есть одно лишь средство. Надо не бояться, просто никогда. Что не дом, то вечен, что не путь, то млечен, что-нибудь из Мирзаяна в голове. Дни считать излишне, жизнь на вкус, как вишня, у меня еще в запасе две. Фигу всяким бедам, если страх неведом, разве вместо неба твердый звонкий свод? Развернем весною крылья за спиною с вертикальным взлетом и вперед. Что не дом, то вечен, что не путь, то млечен, что-нибудь из Шинкарева в голове. Дни считать излишне, жизнь на вкус, как вишня, у меня еще в запасе две. У меня еще в запасе две. Как-нибудь так. Жизнь. Да, ну так, чтобы немножко сгладить впечатление от двух предыдущих песен. Вишня утверждает. Лишнее утверждающее, да. О, а вот тоже не совсем новая песня, не совсем, но уже с постконкурсного пространства, хотя не вру, я с ней ходил в конкурс на Грушинском фестивале. С кем? Со следующей песней Владимира нашего Завгороднего. Называется она «Томас Лермонт». По-моему, раскрылась гитара. Нажал на чулок, и все, и не слышно ничего. Да. Не
Старый Томас Лермонт чашу полную пьет, все мирские презрев пересуды. И витает дымок его мыслей и строк среди книг и немытой посуды. Он пророк и поэт, суть грехов и побед нашей жизни. Он видит знаки, и как всякий пророк, он всегда одинок в своем старом запущенном замке. А когда-то он пел и будил, и гремел, вел на битву с открытым забралом. Да, враги, вот беда, разбрелись кто куда, тот министром, а тот кардиналом. Ах, душок перемен, пачка тыни, да измен проскандалил от Зюйда до Норда. Правдолюбец Лермонт никогда не пойдет к халуям, затесавшимся в лорды. Так живя не удел, одичал, одряхлел, полюбилось бродить ветерану и глядеть сквозь очки, как течение реки его годы несет к океану. Друг незыблемый мой, это что над рекой, это что там за дивные тени? Это Томас Лермонт, то ли идет, то ли плывет рядом с парой белых оленей. А река, как строка, глубока и легка, не зови, не протягивай длани. В свою сказку идет стихотворец Лермонт, растворяясь в реке, как в тумане. Сейчас была песня и конец первого деления. И пойдешь греть руки. Да. Нет, чай. Да, руки не знаю почему, но почему-то да, подмерзает. Не суть. А, пока меняется аккумулятор, поем заключительную песню первого деления. И потом сразу переходим ко второму. Ну и что тянуть? Что тянуть? Курить никому не надо, да, курить? Я не курю. А, Михаил Капустин, вот. С этим человеком у меня связано несколько последних лет жизни, потому что он является автором мюзикла «Штирлиц. Попытка к бегству». А вот. И уже написал следующий мюзикл, который называется «Великая русская литература». Показал нам его, мы все ужаснулись, и он пошел его переписывать. Вроде уже переписал. То есть там отличные песни, но мюзикл пока не складывается. А мы играем третий сезон этого мюзикла, побывали с ним, играем его в Москве, побывали с ним в Питере, Ногинске, Владимире и Мюнхене, вот главное. А, и на фестивале «Платформа» в городе Мострюки. Нет, Ногинск, Ногинский как раз. А значит, еще где-то были, я не вспомню. Ну, неважно. Вот, но помимо этого мюзикла, Миша написал большущий корпус песен. Ну, что, Козловский переехал в Ногинск?
А, в Обнинске мы еще были, вот. Или они решили название использовать? Нет, ну слушай, история такая. Быстро, вкратце рассказываю. Было формальное слияние Мастряков с Федоровскими лугами опять под эгидой Гружеского фестиваля. Слияние закончилось тем, что все сцены, которые были на Мастряках, оказались без финансирования, а Федоровка просто переехала на Мастряки, и теперь под флагом Гружеского фестиваля там все проходит. А все сцены, которые были на Мастряках, собрались, организованы и переехали в Ногинск, в Дендропарк, и называется теперь это фестиваль платформа, как и назывался, в общем. Ну, да. Вот. Вкратце, да. Уже два года там проходит. Да, уже два года там проходит. Да, так вот, Михаил Капустин. Песня называется «Адам». По звериным своим следам из пещер уходил Адам для изгнания, вроде бы как-то рано. Без детей, без пожитков, без уходил он все дальше в лес от своей опостылевшей обезьяны. Другая жизнь, ей-богу, будет другая жизнь. Что я хриплю, простите, люди, гортань першит. Вкус потери, долги, враги, там в пещере низги, низги, всем воздастся по вере. Адам, беги! Над пустыней несется стон, там неистовый фараон утверждает новую пирамидой для народа своих отцов власть над племенем беглецов, на которых Господь затаил обиду. Другая жизнь у вас настанет, другая жизнь. Ваш план судеб перелистали, теперь держись. Всяк рожденный рабом урод, в Красном море открылся брод. Уходи, Моисей, уводи народ. Римский папа творит канон, режет лют Франсуа Виньон. Данте чертит новые карты ада. Пьют солдатушки без затей за подруг своих, что детей называли именем Тарквемады. Такая жизнь на этой тверди, такая жизнь. Какой аид, какие черти, еще бы дожить. Был ли выход, а если бы был крестоносный, растрачен пыл, нет надежд на Колумба, совсем уплыл. Но от залива до южных гор знаменитый конквистадор Дон Кортес приветствует население. Новый кодекс и старый млад принимай как бесценный клад и читай рекламное объявление. Да будет жизнь в земле ацтеков, да будет жизнь. Да будут школы и аптеки, и рыбий жир. Книги в воду, в огонь, спецхран, да забудется бог тиран. А ушедший народ отпоет орган, да. Из Детройта на страх влагам отправляется во Вьетнам внук известного местного органиста. Лейтенант черебит значок, прояви о себя, внучок, подстрели желтопузого коммуниста. Такая жизнь, поймите, суки, такая жизнь. Тебя стреляют из базуки, а ты бежишь. Деда вспомнишь его орган, Детройт колледж, штат Мичиган, а в руке содрогается машингана. Тут Коннектикут, там Канзас, здесь галактика Кинзадза, компас, флюгер вертится, ищет выход. Для полковника, блин, КЖ, а олигарх господин ПЖ шлет повесткой свой последний выдох. Такая жизнь, но будет хуже, такая жизнь. Толмач убит, скрипач не нужен, земля дрожит. Босса нову давай, давай, дядя Вова, не отставай. Впереди Казанова и вон Карвай. Что? Не ждали, а вот я в повороте фон Караян. И пою хоть и гаже, но туда же. Толст от пояса не от блюд, доказать вам, что не верблюд. Докажу взрывчатой своей поклажей. Хотите жить, хотеть не вредно, хотите жить. А бомба тикает заметно, сейчас будет пшик. Жизнь не чудо, она пожар, всем иудам по суперстар. Все, осталась секунда, аревуар. Типа контракт.
ячейку.